Всем привет! С вами Inform TV. Биография турецкой народной артистки Небахат Чехре похожа на сказку. Девочка из бедной семьи, которая воспитывалась без отца, в будущем смогла самостоятельно стать звездой на небосводе кинематографа. В фильмографии кореглазой женщины насчитывается более 80 работ, но российскому зрителю брюнетка запомнилась по историческому телероману «Великолепный век». Чехре восхищаются женщины по всему миру, и даже молодые дамы завидуют красоте нестареющей кинодивы. В портовом городе Самсун, расположенном на побережье Черного моря, в турецкой семье среднего достатка в 1944 году родилась малышка, которая в будущем вошла в число знаменитейших турецких актрис. Из биографии родителей звезды известно, что мама вела домашнее хозяйство и воспитывала детей, а отец, Иззет, выходец из Грузии, работал юристом. Когда девочке было 5 лет, ее отец погиб из-за болезни сердца, поэтому актриса практически не помнит, как выглядел папа. После смерти супруга мать будущей актрисы не выдержала семейных тягот и нехватку денег, поэтому вместе с детьми переехала в город больших возможностей – Стамбул. В портовом городе она вновь вышла замуж за мужчину, работавшего судьей, но их отношения не увенчались успехом. В 60-м году мама девочки начала жить с журналистом, с которым у Небахат сложились теплые отношения. Она никогда не чувствовала себя чужой в присутствии отчима. В детстве будущая звезда сериала «Великолепный век» опекала двух братьев – родного и сводного, а также помогала по дому. По воспоминаниям самой звезды, она росла застенчивым и скромным ребенком, и чтобы стать увереннее в себе, в 15-летнем возрасте девушка поучаствовала в масштабном конкурсе красоты «Мисс Турция» и за счет творческих способностей и внешности удосужилась первого места. Это мероприятие сказалось на дальнейшей судьбе будущей актрисы. Девушку снимали для обложек глянцевых журналов, а также приглашали на модные показы одежды. Небахат Чехре стала эталоном подражания для женского пола, а молодые поклонники часто просили автографы на улице у национальной звезды. Позже, в 60-м и 65-м годах, Небахат пробовала завоевать призовые места на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Однако турецкой красавице не удалось дойти до финала. Большую часть времени турчанка потратила на карьеру модели, однако у нее хватало сил и на учебу. Она успешно окончила среднюю школу и поступила на вечернее обучение в Фатих, где в дальнейшем развивала свои творческие способности и сценическое мастерство. После увенчавшейся успехом карьеры в индустрии красоты, в 62-м Небахат Чехре решает сменить амплуа и приходит на кастинг фильма «Птица по неволе». На просмотре актрис сценаристы не могли не заметить титулованную турецкую модель, поэтому девушка удосужилась главной роли. После успеха мелодрамы предложения о съемках посыпались на начинающую актрису одно за другим. Только в начале карьеры она снялась в 7 полнометражных кинолентах. В 2008 году турецкая актриса играет роль первого плана в масштабном проекте «Запретная любовь». Романтический сериал, который снимался на протяжении 2 лет, стал популярным за пределами Турции. И после его оглушительного успеха ее приглашают на съемки сериала «Великолепный век», который делает актрису узнаваемой в России и европейских странах. В исторической драме Чехре исполнила роль матери султана Сулеймана Валиде Султан. Актриса 2 раза была замужем, но отношения с супругами у кореглазой женщины так и не сложилось. С первым супругом актриса познакомилась в 64-м году. Им стал Йылмаз Гюней, турецкий режиссер и сценарист. Со вторым возлюбленным звезда телесериала сошлась в 70-х. Избранником стал игрок баскетбольного клуба Явуз Демир. Оба брака распались по вине Небахат. Женщина была не готова жертвовать карьерой в кино, что не нравилось ее возлюбленным, поэтому у Чехре нет детей и внуков. Помимо актерского мастерства, у Небахат выделяется еще один талант – пение. В свое время она даже записала несколько хитов и стала популярной в музыкальном мире.
В 2019 году, в свои 75 лет, Небахат Чехре выглядит удивительно. Поклонники считают, что актрисе не дашь больше 50 лет. Как признается сама звезда, особых секретов красоты нет. Все досталось от мамы и папы. Но в одном интервью Небахат призналась, что делала пластику лица много лет назад. Небахат Чехре активно ведет страничку в Инстаграм, куда выкладывает последние новости о своем творчестве, фото и видео со съемок и даже с обычных прогулок. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал. Удачи!